Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом, который называется Skynet. Эта компания в настоящее время находится на этапе ICO, целью которой является решение вопросов внедрения блокчейна и функциональности IoT-устройств. Команда Skynet стремится предоставить целый комплекс решений в одной платформе, который будет включать в себя первый в мире блокчейн-чип, а также гипермасштабируемую сеть. Проект разработал миллиарды таких чипов, которые будут подключаться к разным устройствам и подключаться к сети Skynet. Эта экосистема обеспечит реальную инфраструктуру, которая позволит блокчейн-технологии процветать. В результате Skynet стремится стать наиболее приятной из всех экосистем. Принятой, простите, неприятной, конечно же. Что же такое Skynet Core? Skynet Core – это блокчейн-чип RIVS 5, который не требует лицензии и является ключевой частью Skynet. Данный блокчейн-чип может заменить обычный процессор, оптимизируемый под IoT-устройство и технологию блокчейн. SkyCore 1000 – это 32-разрядное ядро блокчейна RISC-V. С оперативными блоками кошелька и процессором для использования на стандартных устройствах IoT. SkyCore 2000 – это 64-разрядная версия, которая включает в себя обработку тензора, устранение хэша и оперативный кошелек. Все для Edly IntelliJ. И, наконец, SkyCore 3000 – это еще одно 64-разрядное ядро блокчейна RISC-V с тензором, процессорным массивом, холодным хранилищем, защищенным искусственным интеллектом и ускорением хэша для сложного интеллекта. На этом мой первый видеообзор подходит к завершению. Надеюсь, я немножечко вам помог разобраться с проектом Skynet. Конечно же, переходите по ссылочкам в описании на сайт, изучайте, смотрите, присоединяйтесь к Telegram, Token Sale, присоединяйтесь, смотрите, изучайте. А я же с вами на этом прощаюсь. Ждите моих следующих видеообзоров. Всего доброго и до новых встреч.